have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в тунике. А у меня в душе пустота. Я только что убил эту тварь, но мне это очень дорогого стоило. Причем не сколько даже дорогого в смысле того, сколько времени я на нее потратил, а в смысле того, что мне пришлось поступиться немножечко собственными принципами. Я сейчас объясню, что происходит. Вы помните, сколько мы там сидели, минут 15, ну не 15, но 10 точно, может даже 15 в прошлой серии, пока мы пытались его грохнуть. Потом я такой думаю, ну окей, ну, на следующий день я сажусь, думаю, попробую его сейчас проходить, включу запись, как только я его убью, начнем серию. Час, и я ничего не могу с ним сделать, максимум, куда я дохожу, это до четвертой стадии, причем на четвертой стадии он становится настолько диким, у него начинают появляться всякие комбо-атаки. Я думаю, что я перед началом этой серии смонтирую маленькие кусочки того, что здесь происходило. Так вот, через час этого адища я такой думаю, да, ну его к черту, в игре есть режим отключить стамину. Ну, то есть, обычно, на чем он меня ловил, это на том, что когда нету стамины, видите, он не перекатывается, он просто отпрыгивает, а когда отпрыгивает, он уязвим. Так вот, стамина тратится только на прыжки, но когда ты, например, дерешься, стамина не восстанавливается. Когда ты пьешь бутылки, стамина не восстанавливается. Поэтому баланс стамины здесь просто чудовищно влиял. Думаю, окей, выключу стамину, попробую. В самом деле помогло, потому что он очень сильно спамит. У него, в принципе, на трех стадиях у него всего лишь три атаки. У него есть вот этот дробовик, который, в принципе, легко доджится, но если ты попал под дробовик, то он тебя убивает. Но, в принципе, вернуться от него легко, во-первых. Во-вторых, у него есть каруселька вокруг себя. Атака вообще бесполезна. Я на нее попался за сколько? За почти 2 часа боя. Я на нее попался, ну, может быть, раза 2 всего лишь. И чем он в основном спамит? Это вот удар удочкой 3 раза. Раз, два, три. Вот. Причем, что если у тебя закончилась стамина, ты гарантированно труп. Если он по тебе попал хотя бы один раз, практически гарантированно труп. И фишка вот в чем. Он тебя убивает за 2 удара. Гарантированно. Ты его колупаешь махонькими-махонькими кусочками, а это значит, что тебе нужно долго его бить, а когда ты долго дерешься с сильным врагом, ну нельзя держать концентрацию все 2 часа боя. Я уже начал совершать глупые ошибки. Я потом такой думаю, да ну его нафиг, оно того не стоит. И просто включил режим неуязвимости. И когда я включил режим неуязвимости, пришел к нему драться. Эта тварь умудрилась вот здесь вот выпасть и не сдохнуть. Он там начал внизу бегать, а я не могу к нему выйти, потому что вот эти выходы были закрыты. И мне пришлось загружаться, скипать этот бой. Короче, да, вот я его только что убил. Маленькое предисловие вам рассказал. Нет, мне не стыдно, ну его нафиг. С одной стороны, разработчики твари, вы что делаете, нафиг делать вот такое вот. Ну, то есть оно реально не то, что сложное, оно не человечески сложное. В том же Dark Souls ты прокачиваешься, у тебя становится больше урона. Если ты пришел какого-то босса траить, ты ему наносишь там как зубочистка, он тебя ваншотит, то ты идешь просто и качаешься дальше. А что я здесь могу сделать? То есть я просто пришел к нему, мне нужно идти дальше, я не пойду где-нибудь качаться на мобах, я не могу прокачать уровень, сделать себе там урон и всякое такое, у меня нет дальнего оружия. Вот, но, с другой стороны, разработчики молодцы, потому что они сделали вот эти режимы, которые отключают стамину и, в принципе, дают тебе неуязвимость. Как раз
Наверное, для таких бомбящих случаев. Я не знаю, что будет дальше. Первого босса я победил честно, я его заколупал палкой, хотя я потом уже сокрушался, что я мог пойти взять меч и убить его мечом, и все было бы легко. Но я его честно убил палкой. Да, я потратил на это полчаса, по-моему, если я вам говорил, то да, полчаса я на него потратил. Это было довольно сложно, но я его заколупал. С вот этим вот, извините, практически 2,5 часа времени в куда? В зачем? Западная колокольня, блин. Куда я тут попасть не могу? Ладно, поехали звонить в этот чертов западный колокол, чтоб его ударить, позвонить. Бань. Донг! Это ачивочка приехала. Два звоночечка я уже звякнул. Супер. Ягодка какая-то. Да, если кто-то из вас сейчас вдруг такие, так там же это, можно было есть какие-то бафы, делать что-то. Я не знаю, что можно было есть. А я же говорю, что спойлерить я себе очень сильно не хотел, поэтому старался избегать. Так. Ну что ж, тут мы везде побывали. Можно попробовать сейчас пойти вон на ту лестницу, которую я еще в прошлой серии приметил. Продай мне бутылку, слушай. У-у-у, сколько у тебя всего? 90, да? Я не знаю, что это я беру. А, это... Да, бутылку он мне продаст. Отлично, конечно, давай. Есть. Еще одна бутылочка у нас появилась. Набор бомб за 150 возьму. Набор петард за 100 возьму. Клубничка за 100. Я не знаю, что она. Или это, ну, это редис, может быть, кстати. Я, кстати, поубирал и вот эту штуку, потому что я не знаю, что оно из них что делает. Давайте я обратно вот это поставлю. Редиски, бомбы. Зеленая веточка. Монетка. Посмотрим, может быть, я как-то применю. А монетка... А, за 1000 монетка? Не, спасибо. Денег я, кстати, на нем не особо много потерял на том перце, потому что я каждый раз возвращался и их забирал. Я просто перегорел немножко, серьезно. Я до этого там еще что-то нервничал, до этого что-то еще дергался. А сейчас я просто перегорел. Так, как мне дойти до пляжа? Это тут вниз. А, кстати, вон те двери недалеко. Я могу вот так пойти. Ага, более-менее понял. Надо попробовать. Да с этого же сдуйся. Давайте я попробую эту штуку взорвать, слушайте. Нет. Ну или я просто плохо попал. Сейчас я уже, естественно, вернул себе и уязвимость, и стамину, и всякое такое. Я просто выключал на того босса. Посмотрим, как оно будет дальше. Без нужды я их трогать не буду. А с нужной буду. Напомните мне, что здесь... Комната с загадкой?
А, сундуки просто. Хорошо. Мне бы как-нибудь увеличить силу действия бутылочек, потому что бутылочки восстанавливают довольно мало. По-моему, 4 бутылки надо, чтобы полностью хильнуться. Молодец. Этого просто разрубил. Так, посмотреть на дверь, вы говорите, да? А как туда попасть, мне интересно. Ладно. Так, дверь. Так. Да, это сработало. На двери был узор, если что, точечка, и от нее шли. Я подумал, в какую сторону начать, и решил сначала слева дверь начать. Это сработало. На D-паде последовательно просто нажимаешь, и оно открывается. Окей. Да, конечно, взять. Скрытые тайны. Золотая тропа. Верхний мир. Там, где синие бабочки, такая дверь. Видите, тут объясняется, как... Ну, это нелогично, потому что, не зная вот этой информации, я бы сюда не попал. Здесь объясняется, что, видите, вниз, вправо, вверх, влево, вверх, вправо. Но я же говорю, опять же... Не зная этой информации, я бы сюда не попал, но ее мне дают только, когда я уже открыл одну такую дверь. В чем подвох? А далеко от нас вторая такая дверь? Лягушачьи владения? Погодите, а это где? Верхний мир. Посол. Лягушачьи владения. Разрушенный атолл. Тут мы были. Кстати, а тут же ж у нас... Не ведись, отметка на них, на их спине обманки. В смысле? Хранители, смотрители убежища, которые научились магии, свечи можно задуть. Ва! Нет, тут мы не были. Вот тут мы были, да, тут мы все прошли. Вот тут мы все прошли. Теперь мы здесь. А как нам попасть ко второй такой двери? Это мне тут где-то наверх надо, наверное, да? Давайте сходим посмотрим. Мне просто интересно. Не, вот так и вот так. Я же смогу тут пройти, я надеюсь. О, еще один колодец. Давайте. А, они общие, потому что мне показалось, что там уже есть одна монетка. Как ее тогда использовать? Как мне тут лучше пройти? Вниз? Видимо, да. И через пещеру. Ну что, мне кажется, там была еще одна такая же дверь с символами. А если да, то мне интересно, что в ней. Угу, вот она, видите? По-моему, мы где-то еще видели, но за это я уже... Так, а если в другую сторону? Так. Да, в другую сторону тоже работает. То есть, любая из комбинаций, то ли на правой двери, то ли на левой двери, она срабатывает. Главное на дипеде ее собирать. Что-то какую-то штуку получил. И три ягодки.
Так, что за штука? Вот это. Давайте попробуем. А что с моими жизнями? А что с моими жизнями? Странно, как только я снял эту штуку, я стал в предсмертном состоянии, никакие хилки меня не спасали. Так, тут я никуда не дойду вроде. Так, старый дом. А, не, как раз тут-то я и смогу дойти. Вроде как, да, там мост открыт. Можно спуститься на пляж и попасть как раз к той лестнице. Стоит ли мне, может быть, к костру наведаться? То я потратил все бутылки. Так, погодите, а тут? Чё? Может быть, я тут где-то могу стену взорвать, кстати? Не знаю, не знаю. Тут изображен мост, но тут на самом деле нет моста. Блин. Карта, за что-то так со мной. Ну, теперь точно придется идти к костерку, наверное, отдыхать. А, так, тут бесполезно. Там у нас просто нычка была. Сюда. И вот сюда. Хотя, с другой стороны, тут-то я людей уже поубивал. Чем мне бояться? Я могу вот так пройти. Главное там спуститься потом. Куда мне? А, вот сюда вот как раз. Я тут мог лестницу пропустить. Или это не здесь? А, стойте, мне же на пляж спуститься надо. Чё это я? Это же не сверху. Мы же изначально на пляж шли. До свидания, дядя. Надо его как-то убить, не знаю. Он очень крутой. О, знаете что? Со спины надо зайти. И это все, что я ему снял? Спасибо. Погодите, турель. В смысле турель? Ты дурак? Я же здесь был, я хочу сказать. Хотя вот я теперь вообще ни разу не уверен, что я тут был. Это я вот тот сундук наверху беру. Да, я тут не был. Блин, я забыл, что они еще и взрываются. А вот то говно наверху как взять? Нет, там я... Там я так просто... Что? А это... Минуточку, мне кажется, я с этой стороны был, не?
Ну, блин. Что нафиг за по... Да ладно! Ай, блин, вот это... Вот проморгал, буквально на ровном месте проморгал. А я зачем отдохнул? А я молодец, ладно. Сколько у меня денег? 700. Пойду еще динамита куплю. Хотя у них 4. Пойду еще куплю. Потому что опять придется какие-то турельки по пути взрывать. Еще какая-то фигня будет. Динамит продаем? Продаем. Ну, дурак же, да? Дурак. Я нажал Б как отмену, а у меня сейчас Б это динамит. Ладно, потратил 2 сотни. 2 сотни это не так много, в принципе, потому что мы неплохо фармим, ходя туда-сюда. Так вот, у нас сокращалка вот тут. Игра, просто иди и знаешь, куда можешь пойти. Но я такого не ожидал. Тут наши полномочия, все. Туда. Ага, там, оттуда мы были, оттуда мы были. Мы от многих мест тут были. А вот тут, по-моему, еще как раз-то и не были. Туда мне уже не надо, потому что сундучок-то я забрал, да? Да. А наверх. Потому что сундучок есть. Так. Не, попробовал ту же комбинацию на этих дверях, потому что на них тоже какие-то линии. Но они явно сломаны, эти двери, поэтому. Отойди! Почему я каждый раз забываю, что оно взрывается? Эй. Что? Фигурка лисенка? А туда я как попадаю? Да, расскажи мне об этом. Видите, хилочка, она даже половину здоровки не восстанавливает. Это вообще обидно. Или, например, вон туда. Вот тут что-то непонятное. Хорошо, это было новое, это мы нашли, это я не против. Это фигова лестница. Вон там внизу. Окей, поехали. Офигенчик, они падают в воду и гаснут. Так, а вон туда мне. А, вон туда я могу отсюда зайти. Все, вижу. Вот тут вот можно, да? Вот так пробраться. Что? Этих два листочек один. Может быть, как раз через эти штуки я-то и должен как-то качаться. Я просто этого не знаю. Вот эта лестница где. Ага. А тут тогда что? Что? А, тут тоже можно куда-то. Какая-то птица.
А я пройти не могу никуда. Погодите, а это случайно не... Нет. Я подумал, что может быть какой-то тайный проход. И что это тогда за место? Плавать я не умею. Возможно, я научусь плавать. Тогда это место будет иметь смысл. Ну, поехали. Поехали по лестнице. Это единственное сейчас место, куда нам осталось идти. А в какую? Вверх! Я думал, мы куда-то под землю полезем. То есть, ну, получается, сейчас там же, вон, где и внизу, только вверху, блин, разрушенное АТО, библиотечная площадка. Костер. А, я понял, что это за место. Это у нас вот что. И мы сейчас тут. Посередине явно что-то. Лягушачьи владения? Там переход в другую локу, что ли? Врата. Неизвестно куда, неизвестно что. Вон еще один сервер. Один, два, три, четыре. Четыре сервака, врата. Что-то тут еще есть. Ладно, ребят, тогда давайте на этом заканчивать. Продолжим. Что это было? Видите эту фиолетовую штуку? Она мне не нравится. Собрался я закончить серию, да? Угу, два раза. А чё ты такая жесткая? А много вас тут таких? О, одна баночка восстанавливает. Кстати, а что мой меч? А, я же не попробовал, что он там... Ладно, короче. Одна баночка восстанавливает одну магию заодно, да? Ну, мне пока что только что так показалось. Посмотрим, как это будет работать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.